Эй, Анжелка, просыпайся, ведь у нас новое обновление. День Святого Валентина. Классно, нашей Анжелочке в подарок 100 золотых монеток. Давайте посмотрим, что же нового. Итак, наша Анжелочка станет еще прекраснее с нарядом «Золотой цветок». Еще появились новые закуски ко дню Святого Валентина и новая терраса. Теперь наша Анжелочка будет наслаждаться отдыхом на романтической террасе. Ну-ка, Соня, давай вставай с кроватки. И первым делом, конечно же, мы пойдем кушать. А давай мы попробуем новые закуски. Я бы даже сказала, что это не закуски, а вкусняшки. Наверняка эти пирожные очень вкусные. О, да у нашей Анжелочки есть даже именинный торт. Но только вот наша Анжела сыта, и в ее животике больше нет места для вкусняшек. Ну а чтобы наша Анжела больше не хотела спать, давайте мы ей дадим зелье бодрости. Ну вот, теперь наша Анжелочка полна сил и энергии. И следующее, чем мы займемся, это же, конечно, примем ванную. Кстати, ребята, а у вашей Анжелы появилось новое обновление? Если да, пишите плюсик. Какая же все-таки у меня взрослая уже Анжела, и она находится на 59 уровне. Еще чуть-чуть и будет 60. Да уж, как быстро летит время. Еще недавно она была маленьким котеночком. А вот теперь передо мной стоит взрослая кошечка. А еще мне будет очень интересно знать, на каком уровне находится ваша кошечка. Так, Анжелка, не спеши, нужно зубки чистить хорошо. Ребята, а это все потому, что ей не терпится поскорее примерить новый наряд. Поэтому отправляемся в гардеробную. О, а вот и новый золотой цветок. О, это просто потрясающее платье в китайском стиле. А давайте мы нашей моднице сделаем макияж. Давайте выберем красивые сверкающие румяна. И, конечно же, воспользуемся мерцающими тенями с блестками. У нашей кошечки платье сиреневого цвета, поэтому и глазки мы ей накрасим тоже сиреневым цветом, только добавим немножко розового. Но это еще не все. Реснички мы накрасим обычной классической черной тушью. Ну вот, теперь у нашей Анжелочки выразительный красивый взгляд. А вот помаду мы возьмем насыщенного красного цвета. Как же все-таки она великолепна! Только, скорее всего, макияж немного яркий, но это не страшно. О, Анжелка, тебе пора возвращаться с отдыха, ведь у тебя новая терраса. Конечно же, я понимаю, что отдыхать на море это классно. Тем более, когда дома за окном снег и стужа. Здорово, наша Анжелочка выиграла пару скибочек арбуза. Клево, у нашей Анжелки даже подарочки в романтическом стиле. Ну все, Анжелка, давай смотреть твою новую террасу. В Париж мы с тобой съездим как-нибудь в другой раз. В принципе, как и в Нью-Йорк тоже. Ух ты, какой красивый вид. Надеюсь, нашей кошечке понравится. Я думаю, что она в восторге. Жаль, конечно, что наша Анжела перестала сильно радоваться, как в детстве, но это, наверное, потому что она стала взрослой. Ну а сейчас давайте взглянем на новые продукты. Какой же аппетитный этот клубничный торт. Да и шоколадный на вид очень аппетитный. Также есть еще цветочный тортик. И еще я купила сиреневый именной тортик и несколько пирожен. Ребята, надеюсь, вы свою кошечку побаловали новыми сладостями.
Ах да, еще забыла сказать. Сегодня вечером наша Анжела собирается на романтическое свидание с Томом. Поэтому заранее давайте подумаем, какую же сделать ей прическу. Неплохо с новым платьем смотрится прическа «Пастельный вихрь», также хвостик с челкой. Еще красиво длинные светлые волосы. И, конечно же, подойдет к этому наряду весенняя прическа с цветком. Ну а какая вам прическа больше всего нравится, пишите в комментариях. Какая же Анжела у нас милашка. Ну а сейчас давайте мы побалуем нашу кошечку новым подарком. И теперь наша Анжела стала на один бриллиантик богаче. Ну а сейчас давайте вернемся к подготовке к романтическому свиданию. Ведь у нашей Анжелки в гардеробе есть отличное дизайнерское платье. Оно будто бы специально создано для романтика. Ну а к этому платью нужна другая особая прическа. Хотя, я думаю, эти каштановые прямые волосы на одну сторону просто идеально подходят к образу нашей кошечки. А вот макияж мы немного переделаем. Ну а вы, дорогие мои подписчики, как обычно в комментариях пишите, какой образ Анжелочки вам сегодня больше понравится. Первый в новом коротеньком сиреневом платье под названием «Золотой цветок». Или же второй с дизайнерским платьем в сердечке. С мейком мы практически закончили. На этот раз я выбрала темные тени и все ту же классическую черную тушь. Только вот на этот раз румяна я взяла слегка-легка розовым румянцем. А еще мы нашей кошечке можем изменить цвет глазок. И сегодня у нашей Анжелочки будут коричневые карие глазки. Опля, и второй образ готов. Ах, как же так? Мы же с нашей кошечкой сегодня не играли. Нужно срочно это исправить. А поиграем мы в «Достань до небес». Ну а я напомню, что вы находитесь на канале «Страна Игрляндия». И если вам понравилось это видео, не забывайте про лайки и комментарии. А еще мы будем очень рады новым друзьям и подписчикам. Все, у нас поднимается ветер. К тому же еще и Пьер разлетался туда-сюда. Ой, и на этом наша игра закончена. Результат, конечно, мог быть и лучше, но есть то, что есть. Ну а теперь, Анжелочка, пойдем, я тебя угощу какими-нибудь новыми сладостями. Например, дам тебе конфету. А вы пишите, чем кормили свою Анжелочку. Только главное, чтобы она не переела. Ведь много сладостей есть очень и очень вредно. Обратите внимание, у нашей Анжелочки скатерть и обои в романтическом стиле. А вот теперь пойдем чистить зубки. К слову, у нашей кошечки во всем доме царит романтический стиль. Даже в ванной комнате. Так, гигиену мы практически навели. А теперь давай проверим, все ли так, как я говорю, и заглянем в твою спальню. Хотя, пожалуй, чуть попозже. Ведь у нашей Анжелы должен быть коврик в форме сердечка. Давайте его поищем. Ой, это не то, ведь мы сейчас выбираем цвет плитки. И больше всего мне нравится цвет белый. А вот и коврик! Только пришлось заменить умывальник. Но раз уж такое дело, тогда давайте поменяем и ванную. Надеюсь, Анжела оценит новый ремонт. Ну а теперь, как я и говорила, давайте заглянем в спальную комнату. А заодно и проверим, все ли там в порядке. Да, романтическая постель и романтические обои. В общем, все как и должно быть. А перед тем, как наша Анжела отправится на свидание, давайте посмотрим на подарки. Класс!
поздно! Наши ангелочки отправляются на счет дополнительные 50 монеток. Также плюс еще один бриллиантик. Ай, ну же! Я-то думала, что сейчас выпадет джекпот! Но, видимо, не судьба. Я надеюсь, что наша Анжелочка не расстроилась. О, ребята, ведь в гардеробе у нашей кошечки есть замечательные очки-сердечки. Только сначала давайте сделаем нашей Анжелочке глаза ангела. С этими глазками она выглядит намного симпатичней. А вот очки-сердечки так и излучают флюиды любви. Теперь Том точно не отвертится. Надеюсь, у наших питомцев получится классное романтическое свидание. Ну а на этом все. Всем пока-пока!